Старому мостовому переходу на общественной улице в Уссурийске теперь наводнения не страшны. В один из паводков основание было разрушено. Водопропускная труба также утратила целостность, в связи с чем уже не справлялась с потоком. Теперь здесь ведутся ремонтные работы. Глава округа приехал на место с проверкой. Конечно, укрепление должно быть. Потому что это все сползет еще. Диаметр трубы по 1.5 метра. В данном случае мы видим, труба уложена, вода перепущена на новое русло. Далее работы будут продолжаться. Входной и выходной оголовок будет укреплен габионными конструкциями с применением камня и цинковой сетки. Закончить все работы, в том числе и по укладке асфальтового покрытия на мосту, планируют к середине августа.